him mightily. Поэтому хочется смеяться, он не может не смеяться. Аллилуйя. Он помазал его елеем радости. Аминь. Он помазал его елеем радости. Это ненормально, если мы не радуемся с вами. Потому что Царствие Божье — это праведность, мир и радость в Духе Святом. Аллилуйя. Радость, аллилуйя. Радость, Господи, сила моя. И радость, Господи, сила Твоя. Сила Твоя, сила, сила Твоя. И я хочу сейчас представить моих друзей, Андрея Ивановича и Ковишина, которые приехали к нам. Из далекой страны Белоруссии. С некоторых пор я Белоруссию особенным образом люблю. Потому что у меня зять из Беларуси. Он там сидит. Так что это сейчас очень любимый мною народ. А, у меня не только зять из Беларуси, у меня еще мои самые близкие друзья из Беларуси. Выходите, Андреечка, чтобы вас все увидели лицом, а не спиной. Момент, вот мы вообще познакомились год назад, когда Джон Краудер приезжал к мне в церковь. Вы, возможно, слышали эту легендарную стройку, как он ворвался, люди в черных масках, с автоматами, с пистолетами. Было очень интересное движение, да. Ну, может быть, там, не знаю, ребят, поделятся, не поделятся. Ну, я о чем хочу сказать, что вот есть такие люди, с которыми ты как одно сердце, как одна душа сразу. Тебе не нужно как узнавать друг друга. Как бы сам Дух Святой. Знаете, когда Мария с Елизаветой встретились, и младенцы взыграли внутри них. Вот точно так же младенцы взыгрывают. Иногда, ну, ты встречаешься с какими-то людьми, ты просто общаешься, тебе классно и хорошо. А есть тогда, когда младенцы взыгрывают. Вот в данном случае это было именно так. Младенцы взыграли. И мы стали сразу родными. Вот такими близкими-близкими. Не двоюродными, не троюродными. А такими совсем-совсем родненькими. И мы продолжаем быть родненькими. По-моему, становимся еще роднее и роднее. Но это, собственно говоря, все остальное, думаю, они скажут сами и расскажут о себе сами. Но это очень любимые мной люди, и я думаю, что вы их тоже очень сильно полюбите, те, кто их не знает. Большинство из вас, наверное, их уже знает. И передаю сейчас микрофон Андрею. Олечка, не знаю, ты хочешь что-то сказать? Что, не хочешь, не дай Бог, скажи. Я послушаю. Хорошо. Ну, постой чуть-чуть. Дорогие, мы вас приветствуем. Не акцентируя много внимания на самих себе. Еще раз, мы из Беларуси. Это моя жена Оля. Самый дорогой и важный человек в моей жизни. Мой друг, соратник. Не всем вышла такая привилегия сидеть со своей женой в соседней камере. У нас такая привилегия была в прошлом году. Что вы натворили? Ничего. Собрали вот такое собрание. И потом я слышал, как моя жена, как ангел, поет в соседней камере. А что это такое вообще? Я понял. Дорогая, присаживайся. Давайте дадим Богу славу за нашу встречу. Эй, ты куда ушел? Ты что? Друзья, я хочу еще помолиться. Я знаю, сейчас Дух Святой послужит некоторым из вас, а точнее каждому, кто откроет свое сердце. Давайте поднимемся. Подтяни меня чуть-чуть, подтяни меня. Выше чуть-чуть микрофон сделай. Аллилуйя. Святой Дух, я благодарю Тебя, что Ты здесь царствуешь. Я благодарю Тебя за привилегию быть отверстием небесным на этом месте. Это не из-за собрания. Это из-за города и нации. Я знаю, что через это время
Легионы, легионы ангелов наводнят этот город. Ты дал нам власть делать это, и мы делаем это. Я знаю, что каждому человеку здесь будет высвобождено служение твоих блестящих парней. О! Я знаю, что каждый из них внесет твое помазание и откровение, снятие вуали. О, Иисус! Я благодарю Тебя за это место. Я говорю сегодня, что это место Твоей славы. Место, где рекой течет помазание, Твой небесный елей. Место, где есть пища. Место, где помазание просто течет ощутимо. Место, где нет никакой боли. Место, где нет болезни. Место, где торжествует твоя высшая реальность. Место торжества твоей высшей реальности. Во имя Иисуса Христа я провозглашаю здесь престол Агнца. Я провозглашаю здесь власть Сына Божьего. Эта власть распространяется на все сферы. Во имя Иисуса. О, сейчас время принимать. Не пытайся накачать Бога, прими от Него. Во имя Иисуса. Власть Сына приоритетно действует в жизни Его детей. Власть Сына, власть Агнца, который принял ее. Отец сейчас изливает свой небесный елей. Как сказано, даст детям Духа. Дал, дает и еще даст. И имеющему приложится. Прямо сейчас, сходу, Святой Дух, Он помазывает тебя. Это служение сейчас идет, служение помазания. Если ты различаешь, ты должен чувствовать это. Боже, Боже, Боже. Бери больше, бери больше. Во имя Иисуса. Никуда не торопится. Вечность течет сейчас. О, Иисус! Некоторые люди, вы примете помазание сейчас настолько, что когда придете домой, это почувствуют ваши родные. Это будет так сильно. Небеса кропят. Небеса изливают. Небо открыто. Это касается города. Это касается этой земли. О, Иисус. Женщина, подойдите сюда. Вы. Да, да, да. Вы. Подойдите. Аллилуйя. Без всяких слов. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе. Я вижу, как Твой небесный елей растекается в круг ее жизни. Спасибо Тебе, Господь. Ты так сильно любишь ее. Так сильно. Так сильно. Так сильно.
все парни Божьи на своих местах, ангелы. Я вижу, как будто они подло служат сейчас каждому человеку. О, Иисус, Боже, такой елей. Скажи это слово из глубины своего духа, скажи помазание. Помазание, говори так, как вкушающий. Помазание. Помазание. Мое наследие приятно мне. Помазание. Помазание. О, Иисус. Благодарю, благодарю Тебя. Сейчас присядь тихонечко, садитесь в Божьем присутствии, продолжай служить. Я сейчас имею высвободить слово в твою жизнь. Я молился за тебя вчера и сегодня. Я увидел твое служение вот таким, как я сейчас прочитаю. Это не задание, это факт. И Бог тебе что-то прибавит. Отец прибавит. Сейчас пока не играй. Аллилуйя. Есть в Деяниях такое место, когда к Корнилию пришел ангел. Скажи, ангел. И о Корнилии сказаны следующие слова. Он в видении. Ой, Боже. Скажи, в видении. Ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал: Корнилий. Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: что, Господи? Ангел отвечал ему: молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом. Итак, пошли людей в Иопию, призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Внимание! Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, Корнилий, как мы знаем, что сделал? Послал за Петром. Амен. Теперь тебе. Ангел. Лена, ангел. Есть люди, Святой Дух тебе говорит, мои посланники, которые несут мой дух и послание. Они избраны мной. Ты мой ангел, который укажет на этих сынов. Сынов моих и представит их стенающей твари. Ты должна помнить, что позиция ангела — это позиция служебного духа, который послан служить имеющим, наследовать спасение. Позиция слуги. И в такой позиции был даже мой сын. Я сам сверхъестественно буду указывать людям на тебя, потому что ты одна из моих сцен, место покоя для моих ног. Я сейчас вижу образ, как голубь, помнишь, нашел место покоя ногам. Еще раз, ты одна из моих сцен. Сцен. Вот этот ангел, вот это служение указывает на сынов Божьих людям. Ты будешь иметь твое потаенное место с ним. Все больше, все шире. И вот что он тебе дает. Ты просто, я не собираюсь это, знаешь, как-то по-человечески нахлобучивать, увидишь. Умножает развлечения, потому что ты должна знать, на кого указывать. Дает тебе перемещение. Ты будешь появляться, где сама иногда не ожидаешь. И ходатайство. Аллилуйя. Отец, благодарю тебя. Вот, друзья, я хочу, чтобы все это знали. Вот это служение вот этого ангела, оно незаметное. Он приходил к людям и говорит: позови Петра. Говорит, позови там еще кого-то. То есть указывал на сынов Божьих, которые приносили послание.
Вы заметите, что этот ангел, он не был носителем послания. Он был человеком, который указывал. Он появлялся, исчезал, он знал, к кому прийти. Это так круто. Это вообще... Вот мы с тобой говорили сегодня про это. Меня просто вообще... Аллилуйя. Давай Богу славу дадим. Еще помолимся. Еще чуть-чуть. Еще хочу несколько сладких мгновений, чтобы ты пережил. Сиди просто на месте, закрой свои глаза. Отец, я благодарю Тебя. Я знаю, Отец, что Ты сегодня многим откроешь Твою высшую реальность. И даже тем, кому кажется, что выше некуда, сегодня рука Твоя, которая есть Дух Святой, снимет это покрывало. Еще и еще. Спасибо Тебе. Святой Дух, я благодарю Тебя. Я сейчас слышу, как Святой Дух говорит, пока слушают некоторые люди пока слушают, физически будет восстановление. Это не из-за молитвы, не из-за возложения рук. Высшая небесная реальность, она пробудит твои физические клетки к жизни, которые находятся в смертельном состоянии. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе. Помазание Твое. Помазание Твое. Помазание Твое. Мы говорим, что это земля Твоя. Спасибо Тебе, Отец. Аллилуйя. Аллилуйя. Скажи со мной, это помазание. Аллилуйя. Давай дадим Иисусу всю славу. Спасибо Тебе, Господь. Амен. Ну что, друзья, вы сегодня как там? Не спешите никуда, нет? Нет? У нас с вами будет пару дней, и мы их проведем с пользой. Я знаю, что однозначно, что у большинства из вас представление вообще о высшей реальности и ее воздействие на вашу жизнь поменяется. Я не собираюсь вас удивить каким-то новым откровением. Я просто принес помазание о новой реальности, и оно придет на твою жизнь. Или как правильно сказать? Сейчас много споров, что придет, не придет, у нас уже все есть, проявится, окей? И прежде чем говорить, я хочу... Это специально, чтобы я упал, да? Но... Прежде чем говорить об этих вещах, я хочу обозначить некоторые пункты. Сейчас доктрины, они рвут мозги людей на части. Что дано, что придет, что будет, что есть. Особенно, что касается временных вещей. Ну, знаете, есть такие споры, что Бог тебе даст. Да Он тебе ничего не даст, потому что Он тебе уже все дал. Там, знаете, не даст, ну что не даст? Ну, вот же написано, что есть еще и будущее какое-то, а есть и прошлое. Как в этом всем разобраться? И я хочу сказать, что у любой духовной реальности, мы сегодня увидим, что оказывается их несколько, или как есть виды ее, да, у любой духовной реальности есть объективный момент и субъективный. Сейчас, когда вот наводнилась вся, как сказать, духовная сфера, если так можно сказать, религиозный мир в хорошем его смысле, наводнилось разными доктринами, где идет речь именно акцент на том, будет или есть. Очень много всего. Мне в один момент это начало раздражать, и я задал Богу прямой вопрос отцу. Я спросил, у тебя времени нет, все понятно, с этим спора нет. Но все-таки написано, был, есть и грядет. Вот как понять, что уже было, что есть, а что еще грядет? И это вообще отдельный блок, но я хочу сказать вот что, чтобы не путаться. Есть объективная реальность Божья, и она выглядит следующей фразой. «Известны Богу, скажи Богу, от вечности все Его дела». Да. Это реальность объективная, духовные факты, которые известны Богу. Амен. А есть день, называемый ныне.
во время которого нельзя ожесточить свое сердце. Помните, написано? Говорит, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердце. И вот есть день, называемый ныне. Это когда ты услышал глас его, и тебе сделалось известным то, что Богу известно от вечности. И вот этот момент, он выглядит, как будто это появилось. Потому что пока ты не услышал, этого как бы и нет. Где нет? Вообще нет? Нет. Нет у тебя. Потому что как бы ты ни был богат, если ты не знаешь о своем богатстве, его как бы и нет. Нет, но оно же есть, но как бы и нет. Вот в этом все. Поэтому, когда тебе говорят, что Бог тебе все дал, аминь. А когда тебе говорят, что Бог тебе еще все даст и даст больше, аминь. Потому что когда ты об этом узнаешь, услышишь, и тебе откроется, оно придет так, как будто бы его никогда и что не было. Аминь. Сразу просто все становится. Правда? Ну ладно, ледокол нужен или нет? А что это такое? Ну, это рассказать что-нибудь смешное, чтобы вы расслабились. А потом пихать всякое духовное, сложное. Там. Не надо? А надо? Аллилуйя. Ну, забегая вперед, скажу, что вообще ничего не духовного нет. Даже тело, оно духовное. Амэн. Знаете, был один человек, я не буду специально фамилию называть, ученый по физике и миллиардер. Он уже умер. Сразу так чик-чик-чик, кто такой? Русскоговорящий, между прочим. Что, догадался, что ли? Умер. Есть такая шутка. Подумаешь, умер-шмумер, лишь бы был здоров, да? Так вот, этот ученый, представьте, он сказал... И даже ну, его исследования есть определенные. Он говорит, даже физически, при изучении материи, он говорит, вы знаете, что материи вообще нет? Нет. Потому что если вы дробите самые мельчайшие физические частицы, вы будете видеть, что они внутри пустые. Они не наполнены материей. А чем наполнены? Энергией. Мы знаем, что это за энергия, потому что написано, все им движется и существует. Это Бог. А Бог есть Дух. Поэтому первое — реальность, прямо с неба. Твое тело — это Дух. Аминь. Ух. Твое тело — это Дух. Ой, как-то все так сразу меняется, да? И как пастор Лена говорила вначале, нет уже ни земного, ни небесного, а есть что? Царство Сына возлюбленного. Куда Он нас ввел? Ты уже тут. И не надо тебе уже никуда попадать. В рай, в ад. Что ты уже в Царстве Сына. Аминь. Мне это нравится. Так вот, друзья, мы из Беларуси. Это ледокол. Присаживайтесь, кто еще там подходит. У нас в Беларуси не так можно свободно собраться, и мы вообще вот так вот в зале собираемся крайне редко. Белорусы, кто меня смотрит, всем привет. Мы за вас помолимся еще в прямом эфире. Амен. Да, и год назад, вот правильно, когда Лена к нам приезжала, Джон Крабер приезжал, нас там схватили, и первый раз, вы знаете, мы посидели в камере. А раньше я работал в такой структуре, которая сама в камеры отправляет. Да. И по ту сторону никогда не доводилось быть. Такое унижение вообще, знаете. Когда смотришь на это ведерко какое-то вместо нормального белого коня, да? Ну ладно. Но самое главное, большое утешение, как я уже и говорил. Я сижу в этой тесной камере и вдруг слышу, как за стенкой кто-то поет. И это была моя жена. Я везде сейчас это рассказываю. Говорю, представляешь, вот когда жена поет дома, иногда кажется, да тихо, закрой дверь. Нет, это не про меня, ну вообще так бывает. А когда жена поет в соседней камере, тебе кажется, что где-то ангел пришел и поет. Мне сразу такая радость пришла, я вскочил, тоже стал петь, представляете. Настоящий апостол — это она. Ну, мы так, на подхвате. Аминь. И вот у нас была такая привилегия посидеть чуть-чуть, заплатить большой штраф.
Вообще непонятно за что. Как и спецслужбы, когда смотрят эти трансляции, они, наверное, думают, опять он позорит нашу страну. А я говорю, нет, я прославляю нашу страну. Потому что Беларусь – это Божья земля. И тысячу раз я мог оттуда уехать, но не уезжаю, потому что я знаю, что приходит единственное время. Угу. Когда у вас тут все будет нельзя, у нас как раз станет все можно. И знаете, что произойдет? Вы приедете к нам. Аллилуйя. Буду слава всего сердца. И те, кто уезжал, некоторые, да, они скажут, ну вот мы как раз для этого времени тут и созрели. Ведь Сын Божий тоже в Египте до поры до времени сидел, отсижил. Я шучу, шучу. Шучу. Вы в классном, славном месте. Ты сцена. Сцена. Одна из Божьих сцен. Вы увидите. Представьте, что через вот это служение Бог уже показывал, показывает и еще сильно покажет. Просто сейчас все сужается. Эти указания будут такими точечными и сильными. Ты просто не представишь. И некоторых людей, на которых ты укажешь, никто еще даже не знает. Поднимутся сыны Божьи, которых сейчас никто не знает, но узнают через твое служение. Аллилуйя. Давай Иисусу славу дадим. И вот, мы определились, да? Значит, получаем, либо получим, либо уже получили. И получили, и получаем, и еще получим. И избавил, и избавляет, и Павел говорит, и о котором знаем, что и еще избавит. Амен. И, друзья, мы будем говорить сегодня и завтра, и будем переживать, и будем погружаться в высшую реальность, жизнь нового творения. Я знаю, что вы в этом движетесь, и классно будет вот это укоренение и вкушение. Амен. Аллилуйя. И будем еще молиться. И будем принимать еще причастие. Кто-то уже, кто-то еще нет, но... Аллилуйя. Вы готовы? Да. Такие интересные вообще. Мне все время хотелось оборачиваться и смотреть, что вы делаете, когда я тут стоял. Прямо я чувствовал сзади такой движняк. Такой. Отец, я благодарю тебя за каждого. Благодарю тебя. Пусть прольется твой елей на разум. Пусть будет разрушен всякий контроль, который еще проявляется или пытается проявляться. Пытается. Я благодарю тебя. Амен. Смотрите, друзья, вкушать можно. Я буду быстренько. И не волнуйтесь, если вы вдруг все не запомните, ничего страшного, потому что назидание – это не есть информация. То, что я сейчас скажу, оно просто у тебя появится, как вот субстанция внутри, и дальше, когда уже дослушать, оно будет проявляться по мере твоей жизни. И самое главное, друзья, что это проявится прежде всего внутри, как усиление концентрации, видений, сновидений. Посмотришь, может, даже завтра ты расскажешь нам, что у тебя ночью сегодня там было. Вот, потому что даже ночью кушает внутренне, учит меня внутренность моя. Да? Амен. Итак, смотрите, друзья, вкушать можно. Скажи слово это, вкушать. Вкушать – это употреблять вовнутрь. От реальности высшей и от реальности низшей. Сейчас я скажу, что это означает. Еще можно вкушать даже от реальности, которой уже нет. Аллилуйя. В реалии, как мы сейчас говорили, вот эти понятия земное и небесное, оно было объединено, и теперь это называется Царство Сына. Вы можете на протяжении всего Писания, особенно в последних книгах, увидеть такие вещи, как Царство мира сего соделалось Царством Бога нашего и Христа Его. Амен, помазанника Его. То есть никакого земного нет. Также нет и небесного. Каждый раз, когда ты говоришь на небесах, ты сознательно дистанцируешь свою позицию от небес. Точно так, когда ты говоришь
Бог, дай мне, ты имей, особенно когда ты в небо обращаешься, я сейчас специально это подчеркиваю. Мы в Минске, вот в нашем служении, мы вообще так не говорим. Мне это уже давно режет слух. Каждый раз, когда ты обращаешься в небо, ты будешь чувствовать безнадежность и дистанцию внутри. Я говорю, а почему написано, что Иисус, когда молился, глаза возводил к небесам? Вы знаете, что мозг человека устроен таким образом, что когда он поднимает глаза вверх, он смотрит внутрь себя. Если кто-то не знал, подумайте, это научный факт. Почему, когда все так сразу, оп, пробую, да? 100%! Поэтому, когда он поднимал глаза к небу, говорил, отец, он имел в виду, отец во мне, не там, а внутри. Мозговой центр активизирован таким образом, что ты даже когда пытаешься извлечь из памяти файл, ты поднимаешь вверх глаза, и учитель тебе говорил, что на потолке написано, так? То есть, видите, это естественный момент, когда человек пытается внутри себя что-то нарыть, он смотрит вверх, и это заложено Богом. Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Откуда? Прямо помощь твоя с гор? Нет, но очи возвожу к горам, вверх, чтобы обнаружить тебя, папа, внутри. Вот эта точка связи, коннекта, контакта. Амен. Поэтому смотрите, друзья, реальность существует только одна. Царство Сына, которое охватывает все. Это важно. Скажи, царство Сына охватывает все. И вот смотрите, сейчас мы зачитаем одно место. Я думаю, как лучше так, чтобы вы не устали. Вы тут? Смотрите, друзья, небесное – это облачение. Я сейчас буду так накидывать, потом объяснять. А земное – это то, что ты принимаешь вовнутрь. Потому что многие люди, вот представьте, они считают, что низшая реальность, или как ее называют еще земное, это не имеет в виду, не имеет отношения к духовному. На самом деле существуют духовные вещи, услышь меня сейчас, которые являются низшей реальностью. И это Божьи вещи. Например, вау, это что-то ты такое заявление делаешь. Да? Смотрите, друзья, Иисус говорит с Никодимом, я везде привожу этот пример, говорит о рождении свыше. И говорит такие слова, рожденный от Духа есть Дух. Все, услышали слово Дух, и сразу такое представление, что это о небесном идет речь. А Никодим, извиняюсь, не вкуривает, не понимает, о чем речь. Он говорит, как это может быть? Как это может быть? И вдруг Иисус заявляет ему, говорит, если я тебе говорю о земном, и ты понять не можешь, о земном, рождение Духа от Духа – это о земном? Да. То говорит, что ж ты будешь делать, если я тебе сейчас начну говорить о небесном? И он ему говорил совсем такие вещи, которые не кажутся земными. Рождение свыше. Это во многих общинах и церквях это пик вообще мечтаний, чтобы люди рождались свыше. А Иисус говорит, что это реальность земная. Низшая. Низшая? Так низшая – это грех, наверное. Мой друг, грех, иудеи, елины, половая принадлежность – это не низшая реальность, а несуществующая. Потому что написано «нет уже иудея». Не то, что это ничего не значит. И этого нет. И некоторые люди до сих пор пытаются это вытянуть. И говорят, что, ну, знаете, вот земная реальность – это вот эти вот различия. Нет, земная реальность – это рождение свыше в Царстве Сына. А то, что вы считаете земной низшей реальностью, этого вообще нет. Алло. И самое главное, мы сегодня, когда говорили, начинали с того, что тело – это дух. Ну, ты вообще нас запомнил. Ну, написано же, есть душа, есть тело. Но если вы будете разбираться, вы увидите, что… Сейчас я специально ввожу вас в такой мир духа. Вы не против?
Некоторых и треща сегодня будет, честно скажу. Очень. Я однажды Леша, своему помощнику, молодежный пастор у нас, я ему говорю, ты знаешь, что физической реальности нет? Он на меня смотрит. А потом я ему говорил, пока он не сказал, слушай, ты вот когда это говорил, спустя уже полдня мне сообщают, я вообще подумал, что ты антихрист. Я такой думаю, нормально помощник, представляешь, слушай. Он говорит, я тебе признаюсь, потому что я уже так не думаю. Но сразу ты меня шокировал. Все духовное. Так вот, друзья, смотрите. Давайте чуть вернемся. Забегая вперед. Как определять низшую реальность от высшей? Низшая реальность – это то, что ты духовное. Пусть тебя не смущает слово «низшая», хорошо? Низшая – это не низменная, это разные вещи. Более низкая духовная реальность – это все, что ты принимаешь от Бога вовнутрь. Все, что в тебе. Вот рождение свыше – это земная реальность твоя. Ну, если так можно сказать. Ну, мы уже убедились, да, из слов Иисуса. Он говорит, это оземно. Это оземно. А все, к чему ты приступаешь и во что ты облекаешься, вот это есть высшая реальность. Скажи, высшая реальность. Вот смотрите, давайте еще вам пример приведу. Вообще, все вот новозаветное послание, оно об этом. Мы говорим о высшей реальности жизни нового творения. Даже простая фраза, что ты принял, в том и пребывай. Когда мы говорим, что ты принял, имеется в виду, что ты принял внутрь. А когда говорю, в этом пребывай, это уже как будто бы это должно стать наружу. Ну, и просто логика слов обычная самая. Ну, он же, знаете, как вот, если бы имелось в виду другое, могло бы быть сказано так. Что ты принял, то пусть в тебе и пребывает. Да оно и так будет пребывать. Оно и так будет пребывать, это не вырвать. Если еще кто-то среди вас есть такой человек, который верит, что Святой Дух может тебя оставить, например. Кто-нибудь верит в такое? Нет. Лена. Я вот, вы знаете, езжу много и спрашиваю, и большая часть верующих поднимает руку. Я говорю, интересно, чтобы вы так верили, что бес уйти может, как Дух Святой из вас выпрыгивает через день. Какой-то жалкий, вонючий демон не хочет уходить из человека, цепляется за него вплоть до того, что готов убить человека. Сегодня Отец Небесный, ревнитель, который отдал самое дорогое, вот так просто выходит, обиделся, вышел, успокоился, назад вернулся. Слушай, он не псих, как твой муж, например, да, там, если у тебя такие вещи есть, что обиделся, вещи собрал, на лестнице постоял, назад пришел. Бог не такой. Он скорее... Извините, что скажу, может, это не по благодати, да. Он скорее будет держаться таким образом, что даже вплоть до того, что тело твоего не пожалеет, что болезнь пошлет. Нет, борьба будет ожесточена за тебя. Вот для таких вещей он и сказал, не бойся убивающих тела. Я шучу. Но на самом деле, если, друзья, Бог, вы что, он будет сражаться, он говорит, до седины твоей я тоже. Вот как он взялся за тебя, не отпустит. Я чувствую, что это кому-то надо знать сегодня. Я не верю, что его так легко, знаете, как кто-то говорит, а его можно обидеть, и он уйдет. Ты перестанешь слышать его голос, но он не уйдет. Почему ты перестанешь? Он перестанет говорить, не перестанет. Есть понятие, как ожесточенные мозги, внутренность, которая перестает быть чуткой к нему. Я говорю, подойди в ручей плюнь, он что, в другую сторону потечет? Ну скажите. И сегодня Бог, источник. И что, можно в него плюнуть, и он все равно будет. Послушай, если бы он каждый раз менял курс из-за твоих плевков, он бы уже вообще куда-то испарился точно. Амен. Так что можно плевать? Плевать нельзя, потому что пить из него уж потом надо.
Только из-за этого, что ты делаешь? Ну, что ты делаешь? Ну, не надо этого делать, потому что внутренность, она будет плохо реагировать на него. Почему не надо? Скажите, Бог, он что, не может сойти на тебя? Может. А почему не, иногда я не чувствую, что прям огонь на меня сошел? Ну, потому что Божий огонь, сходящий на опилки в твоей голове, произведет много дыма. Поэтому лучше он подождет, пока там появится масло вместо опилок. Нарастет сливки такие, знаете. И тогда он тебя подожжет. Поэтому пока голова забита опилками, лучше не копти. Не надо призывать огонь, Господь, мы хотим огня, пусть он все сожжет. Ну что тут жечь, тут же дымовуха начнется. Аминь. Скажи, отец наш, такой классный. Такое счастье быть его сыном, быть его дочерью. Аминь. И вот, как сегодня было сказано, друзья, место встречи небесного и земного — это Сын Божий. И теперь я шагну чуть дальше, это ты. Место встречи небесного и земного — это ты. Поэтому, когда мы говорим, что Бог тебя вел в царство возлюбленного Сына, одна сторона этого вопроса — это что Он вел тебя в Иисусово царство. Равная ей сторона, что Он вел тебя в твое сыновнее царство. Вот она реальность неба, вот она реальность Сына. Аминь. Почему я не люблю, например, говорить о том, что небесная реальность? Потому что сразу ты опять делаешь вот это вот. Как небо выше земли. Царство Божие, друзья, на земле. И это не случилось вчера или позавчера. О чем мы не видим? Вы знаете, те, кто ходит в славе, видят, что славы полна вся земля. Те, кто ходит, объяты духом противления, видят, что все плохо. Коронавирус там, что у вас? Тоже, да, вот это все? Не, я имею в виду, ну, лихорадка какая-то идет, вот слухи эти. Мне они уже надо, вот как, не откроешь уже все. Про Иисуса ничего, все про коронавирус. Не бойся ничего. Аминь. Какой коронавирус вообще? Давайте чуть-чуть обновлю. Все, что ты принимаешь внутрь, скажи внутрь, это низшая духовная реальность, земная, если так можно сказать. Все, что, все, к чему ты приступаешь и во что ты облекаешься, это высшее. Высшее. Теперь я хочу сказать. Вы слышали, есть такое выражение? Я просто не хочу все, знаете, читать вам просто Библию по порядку, поэтому буду кусочками такими. Вы слышали, есть в послании к евреям такой момент, там написано, что однажды вкусивших, будучи просвещены, вкусивших, помните это? Чего? Доброго глагола Божьего, сил будущего века. Вы помните это? Дара небесного. И там дальше написано, что невозможно их снова просвещать. Вот смотрите, однажды вкусивших, и говорится за сил будущего века, пока это находится внутри тебя, это все еще и реальность будущего. Ну, это, по-моему, понятно, да? Как только это начинает проявляться вне тебя, это имеет к реальности настоящее. Ну, даже просто если брать твои мысли. Вот ты задумал что-то делать. Пока это внутри, это будущее. Когда это начинает быть снаружи, это реальность настоящая. Поэтому вкушение, когда ты что-то кушаешь, это все еще будущая реальность. Не сложно? Я вас не запутал? Ну, мне кажется, все просто. Да? Скажи, все просто. Ой, мне нравится. Ну, вообще, вот эта новость, что рождение свыше — это земная реальность, это круто. Это вообще, знаете, как для многих людей это потолок. Ну, давайте тогда почитаем, что же это такое. Евреям 6 глава. Апостол, который пишет это, он пишет следующие слова. «Посему, оставив начатки учения Христова». Круто, да? Такой апостол появился, который пришел в церковь и говорит,
Как вы относитесь к учению Христову? Все такие, вау, учение Христово, это ж уже не закон, это благодать. Конечно. Он говорит, так вы знаете, что есть вещи в учении Христовом, которые пора оставить. Сейчас такое скажи кому-нибудь, в смысле учение Христово, оно целостное, оно полнота, там все важно. Конечно, но кое-что уже пора оставить. И сейчас мы прочитаем, что надо оставить. Друзья, не просто двигаться дальше, говорит, оставить, вообще оставить. Скажи, оставить. Сегодня с тобой это произойдет. Кое-что из низшей духовной реальности ты уже оставишь. Наконец-то. Аллилуйя. Начатки учения Христова оставив, поспешим к совершенству. Оказывается, в этих начатках никакого совершенства нет. Вы представляете, что в учении Христовом, еще раз хочу, чтобы ты это услышал, в учении Христовом есть такие вещи, которые совершенством не являются, не считаются. Сам Бог, Он говорит, да это вообще, это начаток. И дан на определенное время, а потом надо это оставить. И когда я сейчас перечислю, что это за начатки, друзья, возможно, кто-то даже удивится, потому что это, в принципе, потолок для многих общин. И вот слушайте, что имеется в виду. Он говорит, мы не станем снова полагать основания, первое, обращению от мертвых дел. Вот это да. По-моему, вся суета только и крутится вокруг того, что все учения, чтобы... знаете, что скажу? Говорит, вот если жизнь изменилась твоя, вот тогда мы и поверим. Вот это и есть обращение от мертвых дел. А апостол говорит, что это только начало. И уже пора это оставить. И вообще не ставить этого во главу угла, потому что, друзья, в этом совершенства нет. Это низшая реальность, духовная, классная, важная. Но это не вкушение от высшей реальности. И если ты на этом остановишься, вот на этой реальности, что с тобой будет происходить? Ты все время будешь в позиции, которая вкушает от ниши и периодически пытается вкусить от несуществующей. Потому что вот эта низшая реальность, друзья, это для тех, кто только-только понял, что иудейство – это ерунда. Представляете, это даже больше. Сейчас еще люди пытаются вернуться в иудейство. Иешуа, там все вот эти, знаешь, модные словечки еврейские там. В смысле, Иешуа – это имя? Ну хорошо, ну ты что, еврей или что? Еврейство никому не поможет. Может, кто-то здесь есть такой фанат еврейства? Я хочу сказать тебе смело, это в прошлом. Это даже не существующая реальность. А сказать, ты что, Израиль не любишь? Обожаю. Молюсь за Израиль все время. Но написано, нет уже иудея. Нету! Можешь сказать, нет иудея. Нет язычника. И представляете, что это слово «нет» означает, что этого нет. Это уже не просто реальность, это не существует. А следующий шаг – это новое творение. Там написано, нет уже ни это, ни это, а есть новое творение. Все вы одно. И кто-то скажет, ну класс, аллилуйя. Но и это не высшая реальность. Это земная, духовная, но такая, низшая. Я же только что сказал. Давайте еще, смотрите, обращение от мертвых дел к Богу. Держите сейчас в фокусе вот эту истину. Я просто, я понимаю, что, может, кому-то это даже не нравится. Но я все равно буду говорить, как хотите, можете. Еще раз, Иисус назвал рождение свыше разговор о земном. Рождение свыше – это земная реальность. Земная. И вот, смотрите, еще начаток учения Христова, в котором автор послания к евреям не усматривает совершенство. Он говорит, обращение от мертвых дел – это грехи, там прочее, да, что мы больше не грешим. Говорит, это не является совершенством. Дальше говорит, вере в Бога. Смотри, вера в Бога, согласно этого послания, не является совершенством. Да ладно. Я скажу, что некоторым... Он еще призывает оставить это. В смысле? Веру в Бога оставить? Потому что вера в Бога предполагает твое духовное развлечение, что Бог есть и ищущим воздает. Так это уже пора в прошлом оставить.
это не помещает тебя в небесную, высшую реальность, а держит в нише. Ну, Бог есть, где надо его искать, он там отвечает на молитвы. Это тот уровень, где ты не можешь подойти и взять. Это тот уровень, где тебе надо все еще просить. И поэтому эта реальность ниже, чем та высшая, о которой я сегодня хочу вам сказать. Итак, вера в Бога, друзья. Вы представляете, вот вы когда читаете Писание, вы иногда так останавливаетесь на словах и так смотрите. Оставив учение о вере в Бога, потому что в этом нет совершенства. Ты что? Вера в Бога – это наше все. Говорит, у бесов тоже все. Веруют, трепещут. Как я все время этот пример привожу, когда одержимый человек прибежал, издалека увидев Сына Божьего, пал перед нами. Ты хоть раз сам так себя вел вообще. Еще когда его выгоняли, он выбросил себе квартирку новую. Какую? Ну, свиней. Уговорил Иисуса, что он ему разрешил. Вот ты сегодня сидишь без квартиры, может, представь, бес себе вымолил жилище, а ты нет. Поэтому это реальность такая, друзья, знаете. Смотрите, какое примерное поведение у демона. Прибежал, увидев издалека, поклонился. Уговорил сделать отсрочку приговора. Говорит, раньше времени ты пришел. Сегодня кто-то молится, не поруби, не поруби. Ты хуже беса этого вообще. Я шучу, шучу, шучу. А потом он говорит, ну если уже выгонишь, ну то есть если я не могу остаться здесь, вот меня выгоняют с этой съемной квартиры, ну так хоть может, подвальчик какой-то там, знаешь. Иисус говорит, да иди в свой подвал там, знаешь. А сегодня верующий человек, который говорит, что он живет и посажен на небесах, не в состоянии поверить, что Иисус бесу дал все-таки пару минут пожить в этой свинье, а тебе не даст нормально провести время на земле. Катастрофа. Это все плоды низшей духовной реальности. Когда ты вынужден умолять, просить в надежде, что Бог есть, ищущим воздух, и не можешь ничего взять. Поэтому вы уже чувствуете, какая разница есть между низшей духовной, ну, низшей реальностью и высшей. Низшая тоже классная, потому что по сравнению с обрезанием, вера в Бога – это уже что-то. Это уже праведность, которая превзошла праведность книжников и фарисеев. Но она не делает тебя обитальцем и фактически, ну как, видимым, вот так, проявленным наследником. Оно все еще внутри тебя. Поэтому Бог внутри меня, вера внутри меня, зарплата внутри меня, квартира внутри меня. Ну как это выразить? А потому что наружу появляется у тех, кто вкушает от высшей реальности, кто просто верит в Бога, у тех проблемы. Если у них за всю жизнь 5 свидетельств. Вымолил жену, и то сейчас жалею. Да, там, например. Вымолил квартиру, я уже, ну, и вот такие сидит, послушай, Бог меня вывел из наркомании, я это по всем городам говорю, друзья, когда Бог выводит из наркомании, это хорошая реальность? Это низшая реальность, отвращение от мертвых дел Богу. Ребята, сколько можно это рассказывать? Павел, когда говорил о своих видениях, посещениях небес, откровениях, он говорит, так съехал, типа это не он, говорит, знаю одного человека. Вот таким человеком могу похвалиться, а сам о себе говорит. Вы представляете, то есть Павел считал, что обитание в мире духов – это явление, достойное тем, чтобы похвалиться. Почему? Потому что Павел так как раз таки знал, что вот эта высшая реальность – это судьба тебя и меня. И он говорит, хватит вам вот эту возню устраивать, эй, молокососы, это все молоко. А вот есть человек, которым могу похвалиться. Потом, когда он говорит об откровениях и видениях, помните, говорит, не полезно мне хвалиться, иначе приду. И снова говорит о высшей реальности, не о вере в Бога. Он не сказал, вот я могу похвалиться таким человеком. Вот верит в Бога человек. Давным-давно никаких мертвых дел не делает. И знаете что? Он даже в служении находится. То Павел вообще это не считал за высшую реальность. Так и думает, знаешь, как зависнуть между небом и землей. Не понимаешь, что есть царство, что нет никакой земли, нет никакой, есть царство Сына. Ну ты вообще, а что ж тогда не, ну, высшая реальность? Подожди,
Я еще про ниши не все сказал. Мы сейчас перечисляем хорошую нишу, реальность, Христову реальность, но она ниша, она для, такая земная. Мы говорили обращение от мертвых дел, вера в Бога, Дух Святой тебе сейчас говорит, жизнь уже течет, а ты все еще веришь в Бога. Это уже не надо в Бога верить. Жизнь уже течет, Бог уже течет через тебя, а ты все еще в Него веришь. Вы понимаете разницу вообще? Бог течет через тебя, жизнь течет во имя Иисуса. Я сейчас это говорю, чувствую физически, клетки восстанавливаются в организме. Бог, жизнь Его течет через тебя, а ты все еще веришь в Бога. Бог, я в тебя верю. Вот честно, я когда возвожу очи к горам, я думаю, когда оттуда придет помощь моя? Он говорит, жизнь моя течет в тебе, она течет. Вот она высшая реальность, одна из. Аллилуйя. Давай дадим Иисусу славу. Дальше больше. Не надо, если ты еще до сих пор уговариваешь себя верить в Бога, друг мой, ты вообще в несуществующей реальности. Смотри, чтобы тебя не обрезали. Как апостол Павел говорит, кто хочет обрезаться, то все себе. Не слушайте меня, да. Ой, это же у нас эфиры. Смотрите еще. Учение о крещениях. Представляете, они через год кого-то там допускают крещение. Есть такие церкви. А апостол Павел говорит, что в крещении никакого совершенства нет. Говорит, это такая учение Христово, начаток, ниша, реальность духовная, о которой пора забыть. Хватит. Кому можно, кому нельзя. Кого допустить, кого не допустить. Достоин или недостоин. Вы застряли где-то, где уже все, пора оставить. А о каких крещениях идет речь? Да, всех. Вы знаете, он крестился Духом Святым или нет? А в воде? А в Моисее успел креститься? А еще в церковь надо креститься? Ой! И он поэтому говорит во множественном числе. О крещениях разговоры это имеет место, это хорошо, это круто. Но, говорит, пора бы нам уже двинуться к совершенству. Давай про совершенство. Вот давай про совершенство. А что ж тогда совершенство? Еще не все. Он дальше говорит о крещении, а потом говорит о возложении рук. Ну, это же уже кажется, знаешь, там передача, помазание, на служение, там это уже какой-то высший потолок. Он говорит, начаток учения Христова, низшая реальность. Ты все забрал, а что тогда будет высшей реальностью? Вообще ничего не осталось, ну, хоть что-нибудь же можно. Что делать в церкви тогда, если все это уже... Ой, ты сейчас удивишься, он дальше говорит, а воскресение мертвых? Это тоже начаток учения Христова, который пора оставить. Прозреваешь вообще? А ты хоть раз воскрешал мертвых? Как мне в одной общине сказали, много раз пробовали. Друзья, это не планка. Бог хочет, чтобы мы посмотрели на реалии. Потому что большинство верующих людей живут вообще несуществующей, исчезнувшей реальностью. Потому что вот это нет иудея, нет ни раба, ни свободного, то есть социальные все вещи. Нету ни мужеского пола, ни женского. Женат, будь как не женат, уже все как. Короче, представляете, вот это все реальность, которая уже вообще не существует. Павел такой, специально сказал, женат, будь как не женат. Ну что, думаю, сейчас как раз гонятся они там. Я когда это учу, мне все время говорят, молодец, сам женился, а нам тут жена, лучше оставаться так. Я говорю, я же, видите, скорби на себя взял. Что написано, что если женишься, я говорю, будут скорби, а мне вас жаль. Я говорю, я выбрал более сложный вариант, а вам предлагаю более хороший. От высшей реальности, а люди. Моя жена сидит, такая, моя жена – это высшая небесная реальность. Друзья, ничего не подумайте. Когда я ей сказал, ты представляешь, мы же на небесах не будем женаты, близости не будет. Она говорит, я что-нибудь придумаю.
С тех пор я уверен, что моя жена — это высшая небесная реальность. Я понял, что во веки вечные мне... Аллилуйя, наслаждаться своей женой. Вообще, это отдельная тема. И когда-нибудь я расскажу, что я увидел в этом. Ладно, хорошо. И это еще не все. Вот это вам точно понравится. Он говорит, и о суде вечном. Представляете? О суде вечном имеет место быть, но это уже случилось. Это уже прошло. И Павел предлагает отказаться от вот этого. От чего? В смысле, ты что хочешь сказать, что суда не будет? Ну, по мне, так суд уже был. А как был? Да очень просто. Написано, верующий, что на суд не приходит. А неверующий, что уже. Уже — это значит уже. Все. И поэтому этот начаток учения Христова тоже не является совершенством. Не надо грозить судом. Будет суд на тебя. Говорит, Бог тебе судья. Я говорю, Бог не отец. Бог не отец. Скажи, Бог мой отец. Ну, как списочек, нормально? Все, во что люди, к чему пытались прилепляться годами, к учениям о крещении, возложении рук, воскресении мертвых, суде вечном, рождение свыше. Один умный апостол говорит умным евреям, говорит, ребята, надо это все собрать в кучу и отложить в сторону, потому что это молоко. Аллилуйя. Ой. Ну, конечно, когда мы сейчас будем говорить о высшей реальности, это будет. Но вы, скажи, мы, приступили к горе Сиону. Хочу обратить внимание на слово «приступили». Вначале я говорю, все, что ты принимаешь вовнутрь, имеет отношение к будущему. Все, что приходит на тебя снаружи, во что ты приступаешь, или, как написано, он ввел нас в царство. Это имеет отношение к настоящему. Вот вера в Бога, она имеет отношение к будущему. А вера, что жизнь течет через тебя, она имеет отношение к настоящему, что ты погружен. Смотрите, но вы приступили, скажи, приступили. Горе Сиону и как граду Бога живого. Вот скажи честно, вот ты, наверное, думал, что ты однажды попадешь в небесный Иерусалим. А что если я тебе скажу, что ты ходишь в нем уже? Ну что, если я тебе это скажу? Что-то мы не видим. Ты прикинь, ходишь по золоту и даже не видишь. А Бог говорит, что Он может тебе взять и показать сокровища, скрытые во мраке. И вопрос не в том, что их нет, и что они с неба посыпятся, а просто в один момент говорит, и когда, знаете, вот люди говорят, я был на небесах, вот во что я верю. Может быть, это не то, во что веришь ты. Ты готов? Я верю, что таких людей никто никуда наверх не тянул никогда. Они просто оказываются там посредством открытия глаз. И все. Вы не задумывались, куда рай делся вообще земной? Ну куда он делся? Ведь нигде не написано, что Бог его искоренил, вырвал или еще что-то с ним сделал. А? Там просто написано, что эти, да, его небесные парни окружили этот сад, и человек что сделал? Перестал иметь туда доступ. Он его не искоренил, он его оградил. Оградил. И так многое, друзья. Все, во что человек не имеет доступа, это не потому, что между небом и землей есть дистанция, а потому, что глаза слепые. И поэтому Павел молится за Ефесян, говорит, я молюсь, чтобы просветил Бог ваши глаза, и через откровение вы узнали, как безгранична его сила у вас, ничем не ограниченное могущество. Какое наследие! А мы-то думали, мы вступим в него. Нет. Мы прозрим к нему. И говорит, и какое призвание у вас? Говорит, все это можно увидеть
не оказаться в этом, не вступить в это, не приобрести это, а увидеть. Читаем дальше. Вы приступили к горе Сиону. Самое интересное, или вам интересно то, от чего мы уже отходим? Я думаю, что вот это самое классное. Вот это то, что называется совершенным. Небесная высшая реальность. К ограду Бога живого. Вы видите? Когда я спросил за небесный Иерусалим, говорит, вы уже приступили. Еще раз говорю, он ввел нас в царство Сына. Небесному Иерусалиму, тьмам ангелов. И тут он перечисляет духов, которыми мы окружены. Вот это очень важно, сейчас надо это слушать. Павел говорит, что высшая небесная реальность – это понимание того, что ты живешь в мире духов. Вот это круто. Не то, что ты когда-то туда придешь, где духи, праведники, он говорит, ты живешь в этом. Скажи, уже. Тьмам ангелов, то есть десятки тысяч ангелов, к торжествующему собору, или иными словами, собравшимся на торжество первенца. Первенца. Знаете, вот церковь долго учила людям, что если кто-то из тех, кто уже отошел с этой земли, типа явился тебе, то это надо перекреститься и сказать, Господь, это культ. А кто сказал? Я даже слышал, как такая яростная борьба, тут вот православные говорят, послушайте, ну реально умершие люди явились самому Иисусу на горе Преображения. Те, которые ушли с земли. И что он сделал? А мы такие, нет, ну это Иисус, а на самом деле. Мы так боимся, друзья, что люди сойдут с ума от духовной реальности. У них начнется какая-то шизофрения. Знаешь, я скажу тебе, от чего шизофрения начинается? Когда, живя в низшей духовной реальности, с тобой случается сверхъестественно высший опыт. Вот это у людей от этого бывает. Посмотрите, как реагировали все люди, которые в низшей духовной реальности. Они пугались, они падали. И как меняется картина. Корнилий, когда увидел ангела, упал там и говорит, Господи! А когда за Петром пришли ангелы, он говорит, да я сплю. Я сплю. Когда пришел Петр, стучался в двери, помните, ну все знают эту историю. Эти даже не вышли. Да, ангел там. Ну тебе, если скажешь, ангел стучится в дверь, ты бы не побежал посмотреть? А они не побежали. Потому что они жили в этой реальности первой церкви, до которой еще многим-многим вот так вот далековато в понимании. Амен. И вот это наша жизнь, друзья. Высшая реальность. Это жизнь в мире духов. Пусть это не звучит оккультно. Мы говорим духи праведников. Ангелы. Ангелы, славные ребята, так вообще они классные такие. Слушаем дальше. Церковь первенцев, написанных на небесах, к судьи всех Богу. О, видишь, тут написано, к судьи всех, а там написано, что о суде не будем больше. То есть суд уже состоялся, вот в чем вопрос. И теперь к судьи всех Богу можно приступать спокойно. Аллилуйя. Есть причина еще одна из высшей духовной реальности. Написано, и к ходатаю Нового Завета Иисуса. Аллилуйя. И крови крапления, говорящей лучше, нежели Авелева. Я хочу тебе сказать об одном из самом главном аспекте духовной реальности. Выше. Кровь. Я хочу тебе сказать, что вот это то, что мы делаем, это вкушение от высшей духовной реальности. Потому что ты, когда придешь, непосредственно будешь видеть глазами престол, там будет кровь. И эта кровь, друзья, она будет говорить, говорить и говорить. Написано, что эта кровь говорит. Вот почему я, например, вкушаю в этой реальности, специально ее в себе, ну, когда можно сказать, Павел употребляет, возгреваю. Что я делаю? Я каждое утро принимаю причастие. Я хочу и знаю, что некоторые из вас, вы начнете это делать вот после этого времени. Потому что я считаю, что это высшая духовная реальность. Я вижу это в Писании. Потому что кровь говорит. Мне нравится принимать это и осознавать, что эта кровь, она говорит из меня. А что она говорит? Я видел, у вас тут Познер ведет такую передачу. Что вы скажете Богу, когда перед Ним предстанете? Последний вопрос. Да, есть у вас такое? Там мы не смотрим. Ну, извините, я посмотрел пару.
Вот он, у него там ну, ток-шоу, и он задает последний вопрос. А что вы скажете Богу, когда вы к нему придете? И там люди такую чушь иногда несут. Господи, помилуй, Господи, прости. Некоторые скажут, ты прикольный. Знаешь, ну, и у них разные версии. А имеется в виду, что ты скажешь ну, по поводу своей жизни. А высшая реальность говорит, что кровь за тебя все скажет. Тебе не надо там ничего говорить, будет свое оправдание. Поэтому кровь — это голос. И написано дальше, что смотрите, не отвратитесь, и вы от говорящего. То есть все, что нужно, это слушать, о чем кровь говорит в твоей жизни. Кровь Божьего Сына. А о чем она говорит? Если кровь Авеля, друзья, она говорит о мести. Помните, он говорит, кровь твоего брата, она вопьет ко мне о возмездии. То кровь Божьего Сына говорит о милости и благодати в твою жизнь. И это самый главный голос. Каждый раз, когда тебе хочется что-то сказать, помолчи и послушай, что она скажет внутри тебя. Вот это и искушение. Ты тут? Ой, класс. Мне нравится о тебе. Друзья, я чуть-чуть хочу сейчас остановиться вот на совсем чуть-чуть. Если вы хотите, друзья, вот реально, вот этой высшей реальности, вам нужно вот эту мысль взять в голову, что ты живешь в мире духов. Эти духи не живут на небе, как тебя научили, где-то там в высоте, потому что небо, оно здесь. Вся его армия, все вот эти, представляете, что мы даже как, вот есть же опыт у людей, вот мы с Леной, пастором, разговаривали, да, что есть люди, которые с этими первенцами собираются вообще. Просто входят, разговаривают. Есть люди, в присутствии которых ангелы отдыхают. Слышали о таком? Как, я знаю, что многие говорят, а как сделать так, чтобы вот ангелы там, ну, такие есть проповеди, как вызвать ангелов, как их активизировать? Друзья, с этим очень просто. Скажу даже, это отдельное, может быть, какое-то надо там учение за ангелов. У меня учение об ангелах очень простое. Тебе нужно просто понимать их присутствие, и все. И все. Ну, Елисей так действовал, он просто знал, что ангелы здесь, например. Нигде не написано, что ангелам можно что-то приказывать или даже просить. Но я не вижу в Библии такого. Хотя кто-то имеет опыт, что там приказывали ангелам, и что-то случалось. Мое откровение в этом вопросе такое. Как только я начинаю осознавать их присутствие, они тут же проявляются. Приносят ответы, и причем это легко. На сегодняшний день для многих людей пережить ангелов, это как будто что-то там, у нас на служении ангелы были. У нас, вы представляете, да десятки раз на моих служениях люди видели ангелов. И я вообще вот этих восторженных историй, я как типа, да что вообще, вот пока ты будешь говорить, что это что-то вообще там просто невероятное, ну, церковь сидела в доме, ждали Петра и не вышли даже встречать этого ангела. Именно поэтому они свободно с ними кооперировались. До тех пор, пока ты вот будешь трястись, это ты живешь в низшей реальности. Но если ты живешь в мире духов, я запомню эту фразу. Я живу в мире духов. Скажи это. И я тебе честно скажу, когда я сейчас это говорю, у меня есть чувствование, что для некоторых это как отрыв вообще от корня земного. Как тебя с корнем выдирают. Ой, не хочу я такого, знаешь. Рано, потому что среда непривычная. Ты привык ходить ногами. А это высшая реальность, друзья. Ой, проще вот крещение, рождение свыше. Да? А как насчет жить в мире духов? Я знаю, что ну, некоторые люди здесь, вы знаете, о чем я сейчас говорю, конкретно, и опыт имеете, это нормально. И апостол Павел, ну или правильно сказать, вот, то послание к евреям написал, что споры есть, да, он говорит, что вот это есть реальность, которую, к которой вы приступили. Не просто к которой вы однажды обнаружите, попадете в город, увидите ангела. Он говорит, вы сейчас, скажи сейчас, уже в этом. Амен. Чуть-чуть осталось, потерпите меня еще. А?
уходи, отдай нам крещение, отдай нам возложение рук, что ты делаешь? Как ты посмел на святое? Да, ну, забирай. Друзья, и чуть-чуть скажу. Как питать свою внутренность от высшей небесной реальности? Вы знаете, что если ты будешь, я тебе скажу, у меня есть определенный опыт, ну, там, ходить в духе, да, я не понимаю еще, честно, у меня еще нет такого концентрированного понимания, почему я еще до сих пор не пережил телепортацию. Ну, потому что настолько было все ясно, что ну, есть еще какой-то пункт, который я не разглядел. Но, как я вижу, когда ты видишь и осознаешь, что твое тело — это не то, что ты привык думать, а это духовная штука, вот как это происходит. Сначала ты об этом запускаешь мысль, ты начинаешь об этом думать, потом ты начинаешь это созерцать, и вдруг ты обнаруживаешь, как тело начинает быть легким. Вот так это происходит. Вот ты вкушаешь от небесной реальности, а потом пребываешь. Когда мне надо, чтобы они поработали, я или прошу Отца, как Иисус говорит, я могу попросить Отца, и ну, Сын может попросить Отца. А что Он сам не сказал? Ангелы. Почему-то Иисус предпочитал просить у Отца. Не надо слишком много уделять внимания, и ангелы этого не любят. Если вы почитаете книгу Откровений, только я там попытался головой дернуть, он говорит, стоять, Богу, Богу. Ангел не примет твоего уважения. Он не примет твоего почитания никогда. Ангел, который у тебя рядом, если принимает твое почитание, это дьявол. Как только он такой, ну да, да, я тебе там помог, я понял, твой поклон, молодец. Это сатана. Не ангел. Ангел хочет, чтобы его было не видно и не слышно. Потому что настоящее небесное существо, оно никогда на себя не обращает внимания. И это касается ангелов, которые стоят на сцене также. Это касается, вот как сегодня, да, Лене, вот было вот это слово. Говорит, ты просто будешь появляться, тихо, незаметно, указала там на кого надо и ушла. Все. Вот это служение ангелов. И поэтому я знаю это. Я не пытаюсь их обратить на них внимание. Не, вы знаете, вот даже вот этот момент такой, смотрите, ангелы в собрании проявились. Ну и что? Не надо, чтобы они проявлялись. Как положено, чтобы приходили в наше собрание. Это надменность. Это не надменность, это просто наши дружбаны. Чего им поклоняться вообще? Или там что-то о них такое думают. Ну вот если бы я тебя увидел в собрании, вот послушай. И ты говоришь, представляешь, наше служение, Петя пришел. Ты что? А кто это? Ну просто Петя, ты представляешь, что рожден свыше. Дух Господень на нем. Да, ну, на мне тоже. Так и чего ты об этом ангелом радуешься? А есть еще одна высшая духовная реальность. И Павел говорит о ней, говорит, вот об этом бы надо было размышлять. И вдруг говорит про Мелхиседека. А кто такой Мелхиседек? Ну, любой духовный человек или пророк, или вообще кто ты себя там почитаешь, знает, кто такой Мелхиседек? Это Сын Божий, который Аврааму явился. Вы знаете об этом? И он говорит, вот явление Иисуса лично тебе — это вышка. Это очень круто. Когда он говорит о себе, говорит, не апостол ли я, не видел ли я Господа лично. А ты знаешь, что когда ты видишь Господа лично, там написано, что ты меняешься и становишься так похож на Него. Поэтому Он сказал, подражайте мне, как я Христос. Вот это вышка. Это все. Ангелы, друзья, это нормальное явление. Вот если у тебя еще, как у первой церкви, не возникает, это что там ангел, а ты такой, так пусть заходит, что ты там. Значит, ты еще в низшей реальности живешь. Я люблю ангелов, честно. Я некоторых знаю по именам. Может, заявление для кого-то сумасшедшее. Я знаю, что есть ангел, который на меня похож, люди его видели. Моя жена слышит его голос иногда, физически. Приходит и будет ее. Последнее свидетельство было, ей было плохо. И ангел разбудил ее ночью голосом вслух.
по имени начал называть. Она подумала, что это я, такая чик, и меня не было. И он говорит, прямо услышала, как он физически сказал, говорит, подставляй голову. И она выздоровела. Понимаете? Еще я вам скажу, не знаю, может, интересно кому-то будет. Ну вот, вы знаете, как я, например, вот, привык различать присутствие Духа Святого от ангельского присутствия? Ангельское присутствие, оно более человеческое. Такое вот, ты просто как будто вот вошел человек, помазанный Святым Духом. Ощущение такое же. Ты видишь, что это человек, но понимаешь присутствие Божие. Вот с ангелами похожая штука. В присутствии нормального пророка ты можешь пережить очень похожие вещи. Потому что пророки — это, ну, как те же ангелы, только в плоти. О, ты нас вообще куда-то запутал. Поверьте! Просто поверьте. А Святой Дух, это совершенно другое. На человека вообще не похож. Амен. Мы завтра будем говорить об открытии Сынов Божьих. Так, я хочу, чтобы вот то, что мы сейчас говорили за внутреннее, за высшее, мы будем говорить завтра и за то, как это проявится в твоей жизни. Аллилуйя. О, Иисус. Скажи, Иисус, я тебя люблю. Скажи, я от вышних. Я не от нижних. Аллилуйя. Представьте, что люди, которые вкушали, последнее, что скажу, люди, которые вкушали от высшей реальности, такие как Моисей, Давид, эти люди, они проявляли небывалую власть. Представьте, что Моисей, подумайте над этим, побыв в небе в высшей реальности несколько дней, смог заботиться годы о миллионном народе в пустыне. В то время как люди, которые не пошли вкушать от нее, боялись за свою шкуру за завтрашний день. Вот такая огромная разница. И хотя эти люди, они признавали, что Бог есть, Он страшный, мы видели, как Он на гору сходил, даже какой-то голос там, звуки трубные, то есть издали. Реальность для них существовала, но она где-то там. Они боялись помереть от голода завтра. Моисей, который вкушал от высшей реальности несколько дней, не боялся отвечать за двухмиллионный или трехмиллионный народ в самых суровых условиях. Небесная реальность, вкушение от небесной реальности делает тебя облаченным во власть, в могущество Божие. Одна из таких реальностей — это кровь, написана, она там на небесах говорит. Я везде свидетельствую, что когда 2 года назад моей любимой стало плохо, до того плохо, что я боялся, что она меня узнавать перестанет. Мне нужна была небесная реальность так сильно. Знаешь, вот эти все разговоры, там руки возложат, буду здоров. Я только теперь уже понимаю, что возложение рук — это все равно еще земная реальность. А мне нужна была выше, чтобы точно, точно, точно. И вот что я нашел. Иисус говорит: что больше, жертвенник или дар, освящающий жертвенник? И когда я понял, что его кровь, она лежит на жертвеннике, что даже жертвенник на небесах освящается этой кровью, высшей реальности просто нет. Я взял это причастие, я стал каждый день, каждое утро, днем, вечером. И вызов мой на тот момент был, чтобы постоянно откровение об этом обновлялась с новой силой. Я не просто говорил: спасибо тебе за кровь пролитую, плоть сломимую. Я говорил: ходя вокруг этого жертвенника у тебя там, я питаюсь этим. Высшего авторитета просто нет. Я выходил, смотрел, и все еще плохо. Нет! Нет! И там есть место в псалмах, где Давид, он говорит: я хожу вокруг жертвенника, пока глаз хвалы и радости не прольется, и буду возвещать твои чудеса. Вот она, высшая реальность. Поэтому, когда ты принимаешь причастие, друг мой, это не то, что даже не обряд. Когда ты говоришь, это не обряд, это ты перешел из несуществующего уже, перешел в низшую реальность. А высшая реальность вот этого, это голос с небес прямо в твою жизнь. Аллилуйя. И еще хочу сказать о высшей реальности, что я вижу, что это высшая реальность.
ты сейчас просто прозреешь. Деньги. Сейчас, будешь пожертвования призывать? Конечно. Я хочу сказать, друзья, сейчас почитаю и одни, типа, десятины не надо, вторые, десятины надо, третьи, пожертвования не надо, пастора жируют, да, там, надо, потому что с голода умирают. Так надо или не надо? Не надо и не надо. Вот что я вижу. Однажды Святой Дух мне сказал, ты знаешь, вот, дар финансовый, он относится не к тому, что ты отдаешь, а он относится к чудотворной, сверхъестественной жизни. И я говорю, в смысле, объясни мне это. Что сверхъестественного в том, чтобы отдать деньги? Он говорит, для некоторых это очень сверхъестественно. На самом деле он мне сказал, давай просто я тебе покажу. Говорит, Авраам отдал десятину, и это не учение, что надо делать, как Авраам, когда встретился со мной. Он говорит, так был потрясен от встречи с Божьим сыном, Мелхиседек, вышел ему навстречу. Он говорит, сразу отделил. Это не было естественно. И это не было для того, чтобы встретиться с сыном. Некоторые говорят, там, заложи жертву, и тогда увидишь. Нет. Его жертва свидетельствовала о том, что произошло что-то сверхъестественное. Итак, первая десятина была отделена из-за сверхъестественного явления Сына Божьего. Но это не стало правилом. Упаси Господь, чтобы это стало для кого-то правилом. Это должно стать из-за того, что ты сверхъестественно встречаешься со Христом. Что? Десятина? Что угодно, связанное с финансами. Второе. Иаков пережил Божью лестницу. Помните все эти вещи? Сверхъестественно. И тут же принял решение о деньгах. Да что с вами такое, святые? Авраам, Иаков. Вы что, на деньгах помешаны? Ну почему, когда вы что-то видите сверхъестественно, первое, что вам приходит отдать деньги? Вот в этом вся и фишка. Такие вещи, они всегда проистекают из сверхъестественного. Как где-то еще написано, что сим, там когда говорится, что когда ты принимаешь от Бога свидетельство, этим самым ты свидетельствуешь о том, что Бог праведен, что Он прав. Иными словами, когда ты что-то делаешь, это всего лишь свидетельство того, что ты что-то принял от Бога. Друзья, не наоборот. Любой культ учит, отдай и будешь принимать от Бога. Наш чудесный Бог говорит, когда ты отдаешь, это свидетельство, что ты принял от Бога. Как вы не понимаете, что то, что я даю деньги, это означает, что Бог мне их дал перед этим? Алло! А вы думаете, что я когда отдам, Он мне даст? Я помню, когда-то на наше домашнее собрание пришел Кришнаит с едой. Тазик такой со своей этой, как называется? Проса. Моя жена 2 года в кришнаизме когда-то была. Она меня сразу проконсультировала. И знаете, что он сказал? Он взял еду, поднял ее вверх и говорит, давайте предложим Богу пищу. Я говорю, ой, какой у тебя Бог какой-то странный. Бог мне пищу дает, а ты своего кормишь. Ну, как-то не мое это, короче. Не хочу. И вот представьте, когда ты отдаешь, еще раз я хочу, чтобы это перевернулось в своих мозгах, высшая реальность состоит в том, что чудо Божье предшествовало твоему желанию отдать, потому что человеку не свойственно вообще ничего отдавать. И тем самым ты свидетельствуешь, что было чудо перед этим. Авраам свидетельствовал, Яков свидетельствовал, а еще сам Божий Сын. Ему однажды пришли и сказали, бабки, гони на храм. А он такой повернулся к Петру, говорит, что это они? Разве сыны не свободны? А, вот нам это нравится. Видишь, Иисус сказал, сыны свободны. Но он свою свободу подтвердил тем, что чудесным образом все равно пожертвовал. И вот, когда ты говоришь, что я свободен от этого, мне бы хотелось, чтобы ты сделал как он. Свободен-то свободен, но рыбка монетку принесла. Наша свобода, она проистекает из сверхъестественной, высшей реальности, а не потому, что ты решил быть необрезанным. Когда я отдавал, я обрезался. А теперь я не отдаю и хожу беззаконником. Нет. А почему? Потому что когда ты отдаешь, это всегда сверхъестественно. Попробуй делать это, знаете, вот так, сам по себе. Аминь. Наша свобода, друзья, она имеет сверхъестественное происхождение. Это не то, чтобы ты мог сказать, а теперь я это делать не буду, и вдруг ты почувствовал себя свободным. Не почувствуешь.
Следующее, что почувствуешь, еще одно какое-нибудь рабство где-то в какой-то сфере, потому что ты освободил себя сам. А должно переживание быть чудесное, сверхъестественная свобода. Поэтому, друзья, отдавать это всегда связано с чудесами. Вообще, что ты отдаешь это чудо Божье? Я вам еще не надоел? Не надоел — это низшая реальность. А высшая реальность — мы в восторге. Аллилуйя. Отец, я благодарю тебя за всех моих братьев и сестер. Я прошу тебя, Отец, чтобы помазание твое от высшей реальности, вкушение, оно мощно вошло в жизнь каждого здесь. И когда ты завтра, Отец, ты будешь открывать своих сынов, как можешь сделать это только ты, я прошу тебя, чтобы это было мощно, очевидно, победоносно, как всегда ты это делаешь, во имя Иисуса. Аллилуйя. И, друзья, то, что я сказал, вот причастие, вы, я знаю, что сами подходите здесь, ничего не разносите. Иди и осознай, что голос милости, жизнь его течет от этого. Это вообще. И когда ты будешь жертвовать, помни, что чудесная высшая реальность, она является источником твоих действий, не наоборот. Аллилуйя! Давай дадим Иисусу славу.